Участие нужно особенно сейчас. Всему народу надо участвовать. Молодежи надо участвовать. Для того, чтобы они смогли бы сохранить то, что мы достигли. Россия ведь тоже развивается. И сегодня, когда в списках для голосования разные фигуры существуют, да, ну, мое мнение, что доводить выборы до посмешища нельзя. Нужно голосовать за того кандидата, который достоин, который показал свое умение, волю, силу, и который ведет страну в наше более стабильное и развитое будущее.